В Актюбинской области зафиксировали падеж скота из-за особо опасной болезни. Эмфизематозный карбункул выявили у коров на основании биоматериалов, взятых после их гибели. Зимовку решили закрыть на карантин. Погибло 4 головы, его сразу отделили, сразу взяли под материал. Соответственно, после этого был проведен ветеринарным врачом именно то, какие-то свои вакцинации. Особо опасная болезнь. И по области мы против этой болезни мы проводим вакцинацию. В крестьянском хозяйстве 120 голов крупного рогатого скота и 90 лошадей. Всех их вакцинировали. Среди симптомов эмфизематозного карбункула – хромота и отек мышц. Обычно животное погибает в первые 12 часов после начала болезни. Заболеванию подвержен молодняк, крупный рогатый скот до 4 лет. Заразиться инфекцией коровы, реже овцы и козы могут через почву или корм. После гибели труп животного сжигают, либо хоронят в скотомогильниках.